Сотрудников Минэнерго и областных акиматов подозревают в коррупции. Сегодня на площадке «Антикор Орталыгы» заявили, что с прошлого года при распределении объемов социального нефтяного газа чиновники подавали в план поставок заведомо ложные сведения. В итоге Павлодарская, Алматинская, Жамбылская области, ВКО, а также Нур-Султан и Алматы недополучили топливо на 1,5 миллиарда тенге. Также в столичном департаменте «Антикора» обвиняют госслужащих в получении взяток на системной основе и незаконном завышении объемов отпускаемого газа. Сообщается, что один из подозреваемых – действующий сотрудник канцелярии премьер-министра. К примеру, установлен сейчас в ходе следствия факт сбыта голубого топлива, предназначенного для потребностей Мангистауской области на территории Караганды на общую сумму свыше 252 миллионов тенге в объеме 3,5 тысяч тонн. Завышение стоимости газа от отпускной цены до конечного потребителя составило более чем в 3 раза. Один из подозреваемых у нас является действующий сотрудник канцелярии премьер-министра Республики Казахстан. Два лица у нас взяты под стражу сейчас. Следствие по делу продолжается. Также глава столичного департамента сообщил на брифинге о возбуждении сразу нескольких уголовных дел. На этот раз в отношении сотрудников Центра оперативного управления полиции Нур-Султана. По данным ведомства, госслужащие систематически списывали штрафы столичных правонарушителей, зафиксированных камерами Сергек. В отношении других фигурантов, их 6, следствие продолжается. Объем работы очень большой по списанным именно штрафам с камер Сергека.